Все, для конечных потребителей, для конечных потребителей. Все. Начали. Ебучий. Раз, два, три, поехали. Работаем, нет? Все, окей, работаем. Слышно? По данным Министерства, цены на электроэнергию для конечных потребителей в 2012 году возрастут на 15%, что соответствует прогнозам экономического развития страны. Министр напомнил, что 22 декабря 2011 года вся электроэнергия... Ты снимаешь? Не знаю. Блядь, с камеры! Давай снимай быстрее, меня видно, нет, нормально. Мы в данный момент находимся сейчас на набережной, Ростовской набережной, напротив Киевского моста. Да, внимательно, блядь, происходит что-то.